О, заяц, заяц, заяц. Взлетай давай. Всем привет, это Мир глазами охотника, как всегда я Сергей с вами. Ну что, неплохая охота у нас была, подняли мы немного зайчиков, я 4 видел даже, по 2 стрелял. С самого утра мы приехали в угодье втроем, я, Димон и Вася, Вася остался порыбачить, а мы пошли охотиться. 3 собаки у нас было с собой, Чива, Лайма и Бен, вагончик и ектерьер. Сразу же в первых кустах Бен натыкается на следы лисы, поднимает ее и давай гонять, погнал. Но ни на кого из нас она не вышла. Ну и мы так начали по полю, по кустикам ходить, продвигаясь все дальше и дальше. Но, к сожалению, зайца у нас не получалось поднять. В какой-то момент я начал пересекать кусты, которых на второй день открытия мы подняли сразу 2 зайца, но ни одного не добыли. И слышу, справа от меня Лайма начинает работать. Выскакиваю на дорогу, зайчик перепрыгивает, ну метров 50 далековато, я бы все равно не успел в него выстрелить. И все собаки дружненько его в сторону деревни погнали. Я думаю, надо перебежать, перебежала, там обычно заяц может туда крутить. Перебежал и стал. Слышу, собаки дружненько работают, в какой-то момент Лайма скалывается. И начинает работать по другому зайцу. Видно, где-то чуть отбежала и подняла еще одного зайца. И начинает его гнать в мою сторону. Я как бы стою, уже наготове. И собака все ближе, ближе, ближе. И понимаю, что уже собака вот она, а зайца все не было. Сейчас на меня не выбежал, крутнул в озеро. Это уже когда собака подбежала, я понял. И высунулся на дорогу, и он как раз через дорогу перемелькнул на поле. В общем, кругом так меня обошел. Хотя я, в принципе, довольно тихо сидел, и без собаки, без чего. Я его пытался еще перенять, но ничего не получилось. В общем, все собаки убежали, ушли. Бен по одному зайцу, Лайма по другому. И так на полдня, в принципе, мы собаки потеряли. Они куда-то ушли, гоняли там сами себе где-то. Ну, по таким неплохим местам, в принципе, я ходил несколько часов. Бродил с Чивой, но ничего так мне поднять и не удалось. В районе обеда собак мы всех собрали, покушали, ну и начали уже двигаться в сторону нашего рыбака, как бы завершая охоту, потому что что-то она особо не вязалась. Вот это вот заяц сидел, видишь? Линес, ну, сидел. В принципе, тоже по неплохим местам ходили, таким перспективным. Зайца поднять не удавалось, хотя и погода была хорошая. В
Подходим к месту рыбалки. Горит щупаковка прямо передо мной. Я подошел, вытащил небольшую щучку. Мы собрались вместе, посовещались, решили, в общем, это пока Вася собирает щупаковки, еще загнать небольшой участок недалеко от деревни. Там в прошлый раз мы поднимали зайца, но добыть его нам не удалось. На. Попей черной воды. Я вышел на горячую щупаковку. Ну надо было. Её отбросила и подсекла. Идем мы так по дамбе, смотрим, лайма начинает крутиться. И в шутку такой сейчас поднимет прямо тут зайца под дамбой. Заяц. С полюшком. Как мы вдвоем стреляли? Ну я стрелял, и ты стрелял. Короче, пойдет в общий счет. По половинке. У меня 9.5. Заяц хорош, такой ничёшный. Поднялся заяц, мы вдвоем с Димоном выстрелили по нему. Конечно, кто там попал, кто не попал, разобрать тяжеловато, но все-таки зайца добыли вдвоем общими усилиями. Можно сказать, расстреляли прям. Уже довольны с добычей, пошли загонять эту лозу. Да переходи тут, я ж тут переходил. Ну давай, новую тропу пробивай. С булик, дорогу бобриную. Давай, на середине крепче. Не ссы, я тебя спасу. Там же тоже на озере трещал. О, как прогибается, слышишь? Уже мы загнали эти корчи, я уже практически вышел. Слышу, сзади начинает работать Бен. Там уже и лайма подключилась. В какой-то момент собаки умолкли на несколько минут. И моя ошибка была, что я не остался стоять, где стоял, а перешел сосенки и обошел их с другой стороны. Ну и с другой стороны, думаю, сейчас может там такая местность почище. Я думаю, может сейчас сюда выгонит зайца. И начинают работать собаки. И я слышу шорох. Thank you.
Если бы, может, я сразу ружье вскинул к плечу, тогда у меня был бы шанс. Но зайчик показался между сосенок, сел на доли секунды, увидел меня сразу же, и Чива увидел, Чива тоже его увидела, ломанулась к нему. Ну, это буквально там секунда. Я сделал два выстрела, но все мимо цели. Заяц оббежал нас и успешно скрылся во свояси. Объехали, собак забрали. Все-таки с трофеем. Я видел 4 зайцев, 2 стрелял, 1 добыли. С полем. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Встретимся в угодьях.